Итак, всем трем и доброго времени суток. Это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях на мой канал, подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно, а мне поддержка. Ну что, двинули еще на одно обязательное задание. Южный Итилиан разделяет земли Гондора и Харадрим. Ужас. Это пограничье, земли, которые никогда не узнают покоя. Да, печаль. Нет, ну серьезно, это реально печаль. При всем моем уважении, откуда в Хараде слоны? Ну то есть, а че они там жрут? Стреляйте, стреляйте. А, оригинально. А, он типа взбесился, что ли? Наверное. Ну тут показали, что он своих атаковал. Видимо, да, видимо взбесился. Лагерь гондорцев. Да, ну. Гоните их с этой земли. Хорошо. Обязательно. Их драгоценное заповедное озеро. Скоро тут останется только груда камней. Есть лагерь орда. Отправляйтесь туда и захватите его. Почему мне нужно захватывать? Мы убьем этих людей и придадим огню их дома. Обязательно. А можно это остановиться? Стоять. Люди города. Да. Внимание, лучники. Давайте эти. Внимание, лучники. Порские лучники. Все по слонам. Живо. Лучники. Будьте наготове. Да ладно. А, нет, вот еще одна. Тоже сильно. Да ладно, все-таки вот одному слону не хватило, да? Не, а, нет, вот. В лес мумаков, тогда они лишат за укрытие. Обязательно. Так и сделаем. Братан, ты не переживай. Чё так и будет? Кто его озвучил? Серьезно? Так, а, у нас вообще нет ресурсов. Понятно. Весело. Так, какое у нас задание? Лагерь Гондача, заповедное озеро, лагерь орков, находящийся на севере. Ага. Вот они. Где? Так, а вы у нас... Вторую рунду. Ну идите сюда. Союзники находятся неподалеку к северу от нас. Объединившись с ними, мы сможем уничтожить следопыта. Круто. Но. Слоны реально тупые. Слоны реально, вот их как передвижку только использовать. Что, слона завалили? Че, урат? Будьте наготове. Атаку! Лучики! Вот и слайд. Да враг вас не просто теснит. Вас, враг вас имеет по полной программе. Вот
это печально. Я бы даже сказал грустно. Хотя и не очень. Вот и все. И пошла стрельба со всех сторон. Да, враги получили по заслугам. И по сусалам. Ой, одного слоника убили. От этих тоже надо избавляться. Они не нужны. Так, что нам надо тут? Тут. Во-первых, нам нужна слоноделка. Желательно не одна. Здесь нам нужны парочка этих. На, парочка этих. И, собственно говоря, да, вот так вот. Слоноделка одну ходит. А кто это у вас? А, вон где. Копьеметатели неплохие, но уж больно. Вот, понимаете, проблема еще в том, что слонов лечить нельзя, видите? Так. Так, во-первых, нам нужны мумаки, да? Ой, что это такое? А! А, у нас деньги нет, ни хрена. Ладно. Угу. Будьте наготове. А, тут пройти нельзя. А, тупичок. Вон оно что. Капресс. Так, ну тут производство есть, да? Как бы, если понадобится, можно сделать. Но мне с деньгами беда. Прям совсем-совсем. Очень-очень. Прям сильно-сильно, блин. Так, какого еще мумака отправить на веселье? Да. Так, вы... Что, завоняло? Воу, нифига себе тут. Ясно. Шутку понял, забавно. Деньги. Хорошо. Иди сюда. То есть эти ребята опять не добежали куда нужно, да? Плохо. Убивать? Что еще с ним делать? Тут у нас чисто добывающий момент будет, опять же. Так сказать, сплошные кузницы и бойни. Как не стыдно. Передайте им, чтобы они так больше не делали.
Так, мне нужен еще один бумаг, да? Да. В целом можно сделать вот так вот. Упс. Да, это, мягко говоря, неудобно. Они же заколебут. Они же уже все тут апнутые, блин. Кстати, вопрос. Вот эти вот отряды, они будут развивать или нет? Развивать, я имею в виду, здание. Ну как новый? Ужас. Итак. Вы двое. Бегом сюда. А чё ж все, блин, с огненными стрелами сразу появляетесь, а? Сволочи. Ну, пожалуйста, уже бегут. Уже с огненными стрелами. Заколебут, честно слово. Сейчас, мне надо... Я хочу сформировать, так сказать... Мы давно ждали подкрепления лучников. Так, ага. Сломали, твари. А башню тут поставить не могу. Если бы я мог поставить тут башню, насколько было бы проще, а? Ну, это шфарамир. Бесполезняк. Мы давно ждали подкрепления лучше. Лучники, будьте начеку. Есть. Красота. Куда ты рванул, блин? Испугался, что ли? Что ж покурить? Они не успокоятся, да? Давайте сюда пока прогуляйтесь. Здорово, ждали они. Давайте эту разовьем, чё. Все, так сказать, здания. Почему бы и нет? Сюда тоже. Так, по максимуму. Серьезно, блин? Хорошо. Мы давно ждали подкрепления лучников. Бегом сюда. Порочью яму расширили, да, это хорошо. Так уже близко, давно ждали подкрепления лучников. Просто замечательно. Серьезно? Будьте наготове. О как. Так, еще что-то где-то осталось неразведанное? По-моему, нет, да? Только вот эта вот территория. И все, да? Теперь здесь. У нас есть знамя. Забавно. Нас напали. Мы давно ждали подкрепления лучникам. Да, много их тут в лесах, блин, тусуется. Защищайте лагерь!
Ничего, мне не жалко. Да, оно еще и строилось. Нифига себе. Какая интересная тема. Ну, тупака, стойте. Да. Знаете, в чем? Я, наверное, сейчас вырублю запись, как обычно, да? То есть, так сказать, чтобы не утруждать вас этим наблюдением, как я тут все прокачиваю. Просто интересно, на самом деле, прокачать все вот эти здания, посмотреть, как они будут выглядеть, вообще, что из этого получится. И как только я продолжу, ну, собственно, и как включу запись. Все, пока перерыв. Ну, значит так. Во-первых, выяснилось, что когда ты развиваешь эту хрень до третьего уровня, она выдает мумака второго сходу. Это круто. Они выглядят поприкольней, да и просто. Вот. К сожалению, с огорником это не работает, он тоже третий уровень, но он выдает точно таких же троллей. Извините, тролльником. Ну, в общем, я сделал вот такой вот набор. То есть вот слоны, слонямбы и оркские лучники. Мордорские. В атаку, ребятки. Можете. Тоже мне. В общем и целом, вот такая вот слонопотамная армия, которую удалось сделать. А это кто? Нифига себе, он кого-то нашел. Извините, ребят, но вы уже не котируетесь. Ну, согласен. Ну, в целом, сочетание мумак и, собственно говоря, лучники... Штука весьма клевая, но один-единственный, я говорю, гигантский просто минус, то, что их нельзя лечить. То есть, в случае чего, мумак там высокого уровня, он просто пропадает. Че проблема? Все-таки хотелось бы их подкачать. Я не знаю, может, они тоже до 10 уровня качаются. Я никогда мумак до 10 не докачивал, как и тролли, собственно говоря. Но в целом идея весьма такая приятная. Герой. Вот и героя то, что нет. То, что героя нет, прям. Ну, могли бы кого-нибудь сделать. В конце концов, у мордорских орков был какой-то очень странный хмырь, который атаковал этот Минас Тирит. Помните, такой бугристый весь, он еще на варге умел скакать. Вот, пожалуйста, третий, второй. Ну, то есть, для старта весьма неплохо, я считаю. Ага. Средиземье должно быть уничтожено. А, вот так вот. То есть, как бы, можно этими, да? Или этим? Нет, все-таки этими, блин. Жалко. Ого. Тут у нас целая куча всего. Может, конечно, этих сразу, ребят, покачать? Но это ладно. Это будет в следующем видео. Торжественное шествие мумаков. Ну, а за сим, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, делитесь видео в соцсетях, друзьям о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист на поддержку канала и на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Ну, а пока, всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде нашего с вами захвата Средиземья силами зла, который уже, чувствую, будет весьма бодрым, учитывая, что у нас три мощнейшие армии, а тут, честно говоря, наблюдается полнейшая жопа у наших врагов. Ну, ладно, все. Всем счастливо.